Все ожидаемо. Первое чтение и законопроект о повышении налогов одобрен казахстанским парламентом. Депутаты просят избирателей не волноваться. Налоги, дескать, облегчат кошельки людей, всем обеспеченных, говорят они. Таких в Казахстане не более 10%. Достаточно бросить беглый взгляд на парковку возле парламента и правительства, и сразу понимаешь, кому в Казахстане жить хорошо. Мягко говоря, электорат зрелище впечатляет. Это одно из престижных, соответственно, дорогостоящих новостроек столицы. Само название жилого комплекса тщательно подобрано – Нур-Сая. Много интересного об этом комплексе могут рассказать маклеры. Там есть депутатский корпус. То есть там депутатский блок. Если, например, с видом на фонтан, на Байтерек, то где-то 3000 за квадратный метр. Без ремонта квартира. Если с видом на Новый мир, например, на дом министерства, там подешевле, там 2700. На новость, что народные избранники собираются повысить налоги, прохожие жители реагируют вяло, нейтрально и почти обреченно. Без одобрямс, но и без осуждамс. Жилье жок, сосын меган, неинтересно. А вообще налог только виткен, меньше душу месяца. Конечно, отрицательно. Отрицательно. Потому что цены растут, а зарплаты не поднимают. Если закон в ближайшее время вступит в силу, то автолюбителям с движком от 4 до 5 литров с нового года придется выкладывать по 1500 долларов в год. Свыше 5 литров – более 2000. Бюджетные дыры этими купюрами никак не залатать. Как, впрочем, и не заставить богатеньких буратин отказаться от дорогих машин, шикарной недвижимости и иных удовольствий жизни.